Всем привет! Мы часто задаемся вопросом о том, когда же время подходит поливать наши орхидеи. Вот на эту тему я хочу сегодня поговорить и объяснить. Мы всегда удивляемся, почему наша орхидея одна просыхает раньше, другой нужно больше времени для того, чтобы просохнуть. На вашем экране орхидея огромного размера. Эта орхидея у меня живет уже второй год. Вроде находится в кашпо, закрыта, корни закрыты, поливаю часто. Смотрю, проходит 5-6 дней, несмотря на то, что у меня не жарко и влажность приличная. Орхидея просыхает очень быстро. Корневая система для этой орхидеи не такая и большая. Да в любом случае эти огромные листья очень быстро испаряют все то, что мы подаем корням. И вторая орхидея на фоне этой, посмотрите, какая малявка. У нее всего 3 листика. Такую орхидею поливаю реже. Посмотрите, несмотря на то, что у нее есть хорошие воздушные карманы, но на такую маленькую розеточку у нее очень много корней. Поэтому запас влаги в корнях хватает орхидеи надолго. В течение 10 дней я могу ее не поливать. Поэтому, когда вы поливаете, обратите внимание на то, сколько корней у вашей орхидеи и какая листовая масса. И вы сразу поймете, что чем больше листьев на орхидее, тем быстрее орхидея просыхает. И чем меньше листьев у орхидеи, тем дольше ее нужно не поливать. И поэтому новичкам, они очень часто переливают свои орхидеи, заливают свои орхидеи, но прежде чем залить, они их засушивают. Корневую систему боясь поливать орхидеи, боясь сделать ей хуже, а получается все наоборот. Орхидею, купленную после магазина, ни в коем случае не нужно сушить, слишком сильно просушивать, потому что она привыкла совершенно к другим условиям, к более влажным условиям. А дома мы начинаем бояться, и поэтому происходят такие результаты. Я это часто замечаю. Себе взяла это во внимание, и теперь уже магазинные орхидеи, которые покупаю и не пересаживаю, поливаю очень обильно. Те, которые пересаживаю орхидеи, поливаю их проливом раз в 5 дней, потому что я вижу, что пролива на 5 дней вполне достаточно. И так я делаю до тех пор, пока корневая система не начнет расти вновь. А вот эти две орхидеи давно уже живут в моем доме, они привыкли к моей влажности, к моему воздуху. Что бы с ними сейчас я ни сделала, единственное, я могу их только засушить. Перелить я их в любом случае не смогу, потому что они уже привыкли к тому, как я за ними ухаживаю. Может, кто-то как-то думает, что надо поливать обязательно, проходит 7 дней. Нет, нет, еще раз нет. Орхидею поливаем тогда, когда мы видим, что она готова к тому, что ее пора поливать. Когда у нее начинают сереть корни. Но опять же, сереют корни могут на второй, на третий день. Смотрим грунт и вообще смотрим на состояние растения. Если у нее хороший тургор, значит, все с ней замечательно. Когда орхидея начинает просить воду, она начинает нижние листья опускать. Но я стараюсь не доводить до такого состояния. Больше 10 дней своей орхидеи не держу. И раньше 5 дней я своей орхидеи не поливаю. Это уже у меня как бы все это заведено. Это в моем уходе заведено. Еще раз хочу сказать. Корни и листья взаимосвязаны. Если корни полный веломен, полной воды отдает листьям и все нормально, когда влага заканчивается, корни начинают истончаться, листья забирают всю влагу из корней и доводят корни до сухарика. Или наоборот, когда у нее получается такой стресс, корни начинают забирать влагу из листьев, и орхидея теряет тургор. Вот у них такая между собой взаимосвязь. Поэтому нужно обязательно обращать внимание на то,
какая у вас листовая масса у орхидеи, как она готова, через какое время она готова испарить эту влагу. Ну и в зависимости от того, какой у вас дома воздух, влага, влажность и температура. Ну, мы знаем, при сухом воздухе орхидеи очень быстро испаряют влагу, чем там, где, как у меня, 20 градусов температура. И все-таки поливаю так, как вижу, что мои орхидеи нуждаются во влаге. Не даю им такой сильной просушки, тем более, что у меня есть дома свет, все с ними нормально. Орхидеи, жизнь продолжается, я должна их напоить вовремя, накормить вовремя, ну и дать им все то, что они хотят. Вот такой вот мой уход, а вы смотрите, наблюдайте за своими растениями. Но запомните, что корни и листья между собой взаимосвязаны. Присматривайтесь, все время говорю, присматривайтесь к своим орхидеям. Не губите орхидеи после пересадки. Очень многие боятся поливать свои орхидеи. И поэтому получается вот такой вот результат. Полив, наверное, один из самых важных из ухода за растениями. Поливом можно растение сделать здоровым, красивым, цветущим. А можно поливом и загубить. Во всем должна быть мера. Но все-таки орхидее нужен полив. Как бы что никто ни говорил, тем более, что это тропическое растение, оно более расположено к влажности, чем к сухости. Поэтому не бойтесь поливать орхидеи, которые вы увидели, что где-то в магазине их залили, чересчур полили. Ничего страшного нет. Такие корни, как я замечала по моему опыту, если я принесла их домой, такую орхидею, поставила на салфетку, просушила ее в теплой, хорошей комнате, ну а потом уже регулирую полив свой. Такие корни оставались всегда живы и здоровы. Но если я начинала бояться поливать орхидеи после покупки магазина, такие орхидеи гораздо быстрее погибали у меня. Не то, что сказать погибали, оставались без корней. Мы знаем, что лишняя пересушка корней, уже ее тяжело восстановить, эти корни, дать им жизнь, только если отрастут новые. Но опять же, на это нужно время, опять неудобство, опять мы не увидим цветение очень долго, хотя мы ради цветения покупаем наши растения. Поэтому будьте внимательны, но орхидеи не оставляйте без полива. Это мой самый важный совет.